Настоящая близость. Не секс, не постель. А дыхание любимого рядом. Ежедневных забот, суеты, карусель. Нежность чувств и объятия взглядов. Настоящая близость не в жаре страстей, а в поддержке и рвении мужа. Когда ночью встает покачать колыбель, чтобы сон твой никак не нарушить. Настоящая близость не в сотнях цветов, а в улыбке и кофе на завтрак. И когда ты на многое в жизни готов, чтоб построить совместное завтра.